Горящая надпись так глыбе гранита, поблекшими листьями ветер играет, и снегом холодным венки засыпает. Но словно огонь у подножья гвоздики, никто не забыт и ничто не забыто. Поэтическое послание – дань памяти и благодарности второклассников гимназии номер 7, павшим в боях за родину землякам. Красногорцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, вспоминали у мемориалов Павшина. Памятник посвящен жителям одноименного села, вставших на защиту Отечества. В 2002 году был открыт этот мемориал. В 2009 году провели реставрацию. В год Великой Отечественной войны из деревни Павшина ушло 300 добровольцев, вот, и 183 не вернулось. Он воздвигнут на пожертвования жителей. Администрация помогала в создании этого памятника. И он стал таким местом, где не просто вот ограничился список погибших, а как бы постоянно дополняется. Потому что возникают новые факты, возникают новые фамилии. Память героев павшинцев вместе с юными гимназистами почтили депутаты окружного совета и жители микрорайона. По традиции они возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы, в знак признательности воинам за мужество и невероятный подвиг.